Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Льготные займы на покупку новых автомобилей россиянам пообещали вернуть в следующем году. Минпромторг собирается зарезервировать на это 10 миллиардов рублей. Возобновить планируется и программу лизинга. Напомню, что в рамках льготного автокредитования предусматривалась 10% скидка на авто отечественного производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей. Трасса 101. По данным страховщиков, самой угоняемой легковушкой в нашей стране в этом году является Hyundai Sonata. Также злоумышленники часто покушались на BMW 7 серии и внедорожник Lexus LX 570. Реже всего преступников интересовали Nissan Tirana, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Рекордную компенсацию за угон получил владелец Land Rover в Москве, более 10 миллионов рублей. Трасса 101. Volkswagen снова поднял цены на автомобили. Начальную стоимость лифтбека Polo зафиксировали всего в 100 рублях от психологической отметки в 1 999 900. Та же самая история с Тигуаном — от 1 999 900 рублей. Внедорожник Touareg лишился комплектации Respect, из-за чего его начальный ценник зафиксировался на отметке почти 5 400 000. Taos теперь стоит почти от 1 700 000. Трасса 101. Спрос на подержанные иномарки в этом году вырос почти на 30%. Активнее всего, по данным Авито, наши соотечественники интересуются уже упомянутым Volkswagen Polo. В среднем на вторичном рынке он стоит сейчас 600 с небольшим тысяч рублей, плюс треть в сравнении с прошлым годом. Средняя стоимость бюджетных иномарок с пробегом выросла до 550 тысяч. Трасса 101. В Ростове-на-Дону полиция получила в качестве патрульных машин два электромобиля. Но электромобили — это громко сказано. Электромобильчика, которые очень походят на транспорт, перевозящий игроков в гольф. Выглядит это забавно. Стражи порядка сидят внутри, в экипировке, руки и ноги у них торчат наружу. Не хватает только футляров с клюшками для гольфа. Сообщается, что транспортные средства способны развивать скорость до 30 км в час. На этом все. Вопросы комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.